Hi everyone! Всем привет! В районе Махмутлар продается квартира 1 плюс 1 за хорошую цену. In Махмутлар district, for sale 1 plus 1 with furniture. Seaside 250-300 meters. До моря 250-300 метров. Build construction date 2014 years. В 2014 году был построен этот проект. This bathroom. Нормально большой санузел. Так, здесь у нас первый балкон. This first balcony. Около вторничного рынка. Near bazaar. Have bus swimming pool, but it's not work. Айда 300 лира. Айда 300 лир, есть бассейн, но жители решили, что не будут открывать бассейн в этом году. Это спальня. Price is flat 67,000 евро. Цена этой квартиры 67 тысяч евро. Рядом есть магазины. До улицы Барбаросса 100-150 метров. До моря, как сказал, 250-300 метров. Good price. Second floor, второй этаж. Так, здесь у нас лифт. Elevator. Normal elevator. Four flat. Четыре квартиры на этаже. In floor. Так. Here 47-50 meter squares. Minimum meter square. Минимальный квадрат метра здесь 47-50. Полезно. Вместе балкон. Two balcony, one balcony, second balcony. Первый балкон, второй балкон. Цену я сказал 67 тысяч евро. Звоните по номеру. Плюс 90-555-064-91-10. Price 67,000 euro. Call my number. WhatsApp, Telegram, Viber. If I not answer in Telegram, call WhatsApp or write to WhatsApp. Plus 90-555-064-91-10. My name is Agassi and I help you find a flat, dream flat in Alanya. У меня есть несколько очень хороших вариантов, которые я не успеваю снимать, не хочу снимать ролики. Приходите на месте, покажу. Есть варианты выше 55 тысяч евро и так далее. Под ВНЖ у меня много вариантов, но тоже не снимаю на ВНЖ квартиры, потому что, как сказать, запрос есть, по запросу иду, показываю. Из-за жары, из-за усталости не получается ролик снимать или телефон забывает порой в офисе. Так что поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, напишите комментарий, оцените эту квартиру. Цена вроде на данный момент очень хорошая. У моря 250-300 метров, вторичный рынок рядом, там маркеты туда-сюда. Окей. Please follow me, like and write some comment. I mean good price for this flat because if you're walking to seaside, 250-300 meters, it's maximum meters. And meter square is normal, 47-50 meter squares in net from wall to wall with balcony. To balcony, yeah. You saw this flat. Bye-bye.